Работники госавтоинспекции сегодня принимают поздравления. Стражи дорог отмечают 78-летие. В честь этой даты на торжественном собрании лучших сотрудников ГИБДД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. За все годы своего существования госавтоинспекция решает сложные и многоплановые задачи. Организация дорожного движения, надзор за состоянием дорог, пресечение правонарушений. Но самой главной из них было и остается сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах страны. В день профессионального праздника начальник отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому округу Александр Стрепетилов поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником, пожелав им счастья, здоровья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути. Коллектив госавтоинспекции Ненецкого автономного округа работоспособен, способен выполнять все возложенные на него задачи и готов обеспечивать безопасность дорожного движения на территории округа и днем, и ночью.